все-таки зимой приятно играть. Диковинно. Красиво, да? Красиво. Снежочек. Снежочек, да. Мне даже снежок нравится. Спасибо. Слушай, София, ты не хочешь машинку подтягивать к нам? Давай, я просто подтягиваю, что потом по нам не смотрю. Скажи там это просто потом конспектируем. У тебя ГПЗ есть там внутри? Чего еще раз? Где ГПЗ есть у тебя внутри? Да-да-да, я качусь потихоньку. Сейчас, значит, ты вышел на кромочку, посмотри, что там. Да, я осматриваю пока лес, где ярче двигается. Там никого нет пока. Надо дальше проходить, прохожу дальше. Ребята, СВГ сейчас, короче, на восток ЛД пойдут брать точку ЛТ, нам будет подконтролить и немножко перебежечками подвинуться поближе туда. К алтарю склон на север, да. Но не на самом. Не надо мешать эту перебежку. Продвись на краешек, смотри, там вообще все, что ты видишь, поставь восклицательно, где ты контролишь. С дороги до зеленки контроля. Ты про восток имеешь, да? Восток и север. Шестанович, выднись, пожалуйста, вперед на север, как можно дальше посмотреть. На север докуда? Сколько сможешь, посмотри там с края. И нами себе маршрут видно, сейчас сюда передам тебе. Так, поможет к алтарю смещаться? Задачей нашего отделения было прикрытие союзной техники, поэтому мы заняли позиции и начали осматриваться, чтобы не подпустить вражескую пехоту к нам в тыл. Ищем на востоке от нас, через дорогу, там никого нет. А на север не видно, потому что там склон сразу вниз. Соф, ты под елочкой у домика, да, маленького? Да. Прямо на своем месте. Так, они идут, короче, по склончикам, встречаем. Вот, будьте поближе, чтобы нам и рассказать сейчас. Ты же видишь там, да, сейчас ты трак? Пока нет еще. Ты можешь метку поставить? Я дом. Восклицательник, дай, где ты видишь. У нас танк уехал, а нам не надо его хранить-то? Нет, нет, мы держим. Окей. А вообще так и происходит? Ну. Ой, танк! Это по кому? По тебе, Соф? Могу добежать до него, сказать, чтобы не стрелял. Я рядом. Я бегу, Соф. Но мне бы медика, иначе у меня все будет открываться. Везет тебе, конечно, вообще. Ты это не говори просто. Больше стреляю. Смотри, куда. Жгут сняла? Да, сняла. Он по домам стрелял, короче, на 110. Ну, вот 110, это сейчас по кому было? Есть только в горке. Ну, он в горку стрелял, по домам, по верхним. От меня это на западе было. Темницы надо? Или у тебя есть еще? Надо. Если есть, давай. Под нами враги бегут по полю. Азимут. На 290. Давай, пехо бежу. Как тут не увидишь?
Это да, не работает, получается. Да, да, да. Керчь, ты можешь мне? А, они прям по полю бежали, да? Да, вот они вдвоем там в кустиках бежали. А кто сейчас работает юг, юг-восток? Софа живая? Софа. От Софы на юго-востоке, посмотри метку. Убил. Контрольный. По мне, блять, свои работают. Да. А ты сейчас кого-то убил, ты говоришь? Убил пеха, да. Он был прям на Софе. Ой, ничего себе. Ну, она пока перевязывалась, походу, он подошел. Вопрос, откуда вот этих я здесь убил? Он подошел с горки, 100% с горки. В низинке ты убил противников? А он не в низинке, а не на поле. Ну, в поле убил, да? Да, да. Нахер меня гпшат с АГС-а? Они гпшат чистое поле, зачем? Я понимаю, они просто чистое поле, КП, что там никого нет. Справа они, стой, 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 стой. Когда союзная техника начала смещаться севернее и больше не нуждалась в нашем прикрытии, мы погрузились в Тигр и начали смещаться к целевому городу. Выходим? Я думаю, можно даже подальше проехать. Спалишь, спалишь. Чего, триггер не менялся еще? Блин. Пока нет. Не менялся. Рядом РМ с вас. Со спины, с вашей стороны, с вашей стороны. О, блин, подожди, нет, нет, нихуя. Не, не с меня шей, с запада. Блин, у себя. Что-то я уже умер. Да, я понял, где они.
Убил КОшник. Шайтан, говори это, блядь, Азю. Запад ровно от нас. Они в лесу там, короче. Я в дом сейчас зашел. Какие дальше указания? Дальше двигаться. За ней триггер надо. Двигаться в триггер. Да, двигаться. Кто работает? АТ-шка вражеская. Наверху прям? Да. А, тут? Кнопку. Что за дом? Двухэтажный? Да, двухэтажный, но типа на западе от нас. Отдельно стоящий? Единственный, да. Он ушел на запад куда-то, на юго-запад. Вот здесь метку поставил примерно. Так. Я иду. Вижу, они стягиваются к городу. Понятно. Да, город идут. Минус один. У них техника еще осталась. Ну что-то там катается на севере. Воюет, что ты с нашей бахой. Кто по дому работает? Я. Вот там двое ходят. Убил одного в этом доме. Подошел ко мне, брат. Время вышло. Время на миссию истекло, поэтому выиграть ее не удалось. Если вам понравилось видео, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк.